полевые кружат. Два штуки над провиской. Но пока один колом пошел. Ух ты, елки. Не туда сел. Один полевой у провиски сел. А падал прям камнем. Видел? Не, он упал. Да, вот где ближний к нам кол, угловой, правый. Вот где-то в метрах двух от него. А второй я не видел, куда упал. Куда-то влево, далеко. А, вон какой-то падает. Вон, вон. Ой, елки. Один в провиску упал, по-моему. Он прям он на землю сел. Да я не против, пусть путается. Но он, по-моему, оттолкнется и уйдет. Пусть немножко поскребыхает там лапами. Побуксует маленько. Может, и эти забегут два. Три получается. Да, а четвертый влево куда-то далеко упал. Ну, давай поставим. Они шли два сначала. Я видел. И потом еще два. Еще один. Да он высоко, по-моему. Замок. Ага. А, вон он падает. Вон он слева идет, он заходит. Идет и нет что-то. И куда-то вон к левому, вон левый поднялся. Ну, падай. Это ты, мать. Вот. Да не, вроде сеть. Два зеленых-то, это край. А он упал. Прямо в сеть, по-моему. Еще идет. А, да вот сзади нас. Один пел со селом, как дал села. Мне не нравится. Я вообще, ты что? Они так резко его делают. Аж режут. Пойдем посмотрим, что там у нас. Во, а это откуда еще? Ты че, родной? Откуда взялся? Бройлеры. Вон еще два, елки-палки. Три. Но они там эти висят, они боятся. Раз, два, три, четыре. Угу. Вот, кружат. О, эти вон. Один, и тот сейчас улетит. Подожди, вон, возвращаются. Ну, пять штук. А один запутался. Ну давай. Да падай, не бойся. Вот так. Еще улянь сколько, елки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Один над твоими сетями засел. Да, они два ушли. Ля-ля-ля, что делать? Эх, в паутину так, да? Когда дерутся. Давай, да зачем? Так, ну, они хорошо врубают. Ну, у тебя есть манок еще, можно в паутины поставить. Да. Так, ну что, разлетелись, ребят. Так, ну один запутался, а вот второй... Ставь туда. И мешки, Валер, у тебя где? Ох, ё-моё!
Валер, смотри, он сейчас уйдет. На, держи. А то уйдет сейчас. Он уже выскочил и опять упал в сетку. Сверху, конечно. Поднять надо, они на землю садятся. А второй так и это, не попался тоже. Он на сеть падает. Ну, я видел, что на сеть, но он не запутался. Мелкий? Да не, мелкий. Хорошо. Чем? Да ё-моё. Я не понял, он что, проскочил, что ли? Он как юла, ёлки-палки. Да туда же втыкай, где было. Ну что? Надо повыше ее просто поставить. Выше поднимай. Горевал. А тут нормально. Ну повыше ее надо просто. Все, нормально. Пойдем.